взяли за руки. Hello. Мы собрались на экскурсию на целый день на джипах на соседний остров Беке. Мы сейчас находимся на острове Сан-Вансан-Гренадин, я не знаю, Святого Винсента, Винсента и Гренади, и островов Гренадины. Вот и сейчас поедем на ферри сначала до острова Бека. И там, видимо, сядем на джипы и поедем исследовать остров, и, возможно, даже покупаемся. Но я не уверена, потому что сейчас идет дождь и дует такой ветер довольно неприятный. Ну, хотя тепло, может быть 24 градуса, но моросит дождь и туман, ничего не видно. Сейчас всех ждем и поедем на экскурсию. И на этом острове нельзя выходить с корабля самим, можно только взять экскурсию, иначе ты остаешься только на корабле.
Мы приехали на остров Бика. Мы плыли на пароме целый час, чтобы приехать на этот замечательный остров Бика. Остров имеет много гор, гор, покрытых лесами. И мы сейчас на джипах путешествуем по этим замечательным местам. Виды такие потрясающие, синее небо, море, кактусы вокруг. Очень красиво здесь. На джипах мы поднялись на высокую точку. Это форт Гамильтон. Здесь стоят пушки еще тех времен. И нам проводят здесь экскурсию, и мы скоро едем дальше. Как здесь тебе? О, вот очень красивый остров. Гористая местность и очень красиво. Пальмы, море вокруг. Потрясающее место. Какая прелесть, какая Tonight, these are our low-cost sodas.
So this is fruit cocktail. It's like a splash of all these fruits. Yeah. We have ginger ale. We have this lemon. It's like a lemonade flavor, really refreshing. Ну как? О, ну вот дали нам какую-то штуку местную, подожди. Жижер. Ну пойдем в Сантеньке, если есть пенек. Ты там совсем на улице, видишь там? Окей. Садись напротив. Ну вот, место гениально. Ну как, Таня, как тебе тут? Отлично, изучаю карту, куда в следующий раз поедем, на какой остров. Их тут очень много. И это только большие, а еще очень много маленьких. То есть смотри, какая она группа идет. А, их очень много. Ну да, мы вот в этой части сейчас, около Венесуэлы. А были вот тут, а, на прошлой неделе. Да, мы на юге, видишь? About Vecchia. It's really nice, it's wild, it's small. Yes. I like people's philosophy, like the way they live. They're really calm and there's no stress. Love it. Yes. I love it. Really nice. Yes, really. I think so. Was nice. Very nice place. Okay. Thank that you. Was good. I will see your channel then. Okay. I will follow you on YouTube. Okay. Николай нырнул в воду и нашел для меня вот такую красивую ракушку. Но домой мы ее, к сожалению, взять не можем, она очень тяжелая, но она очень красивая. Ее какая, как цветочек. Ее какая. Она остается здесь, она не едет в Париж. Хорошо. Пока.
Очень теплая вода. Везде, где мы были, гораздо было холоднее. Здесь, наверное, может 29 градусов. Вот, но берег очень обрывистый. И трудно выйти обратно. Все время волна тебя двигает. О, как замечательно, благо неохота выходить из воды. Можно часами там сидеть. О, ну отличная вода. Отлично вообще. Хорошо поездили по острову, покупались. Отдохнули, покушали, все сделали. Выпили вкусного лимонада, нам тут дали, да? Ну да, карибский. Карибский лимонад. Сейчас придет автобус, поедем на паром и еще час до нашего острова Сан-Вансан и Гренадины. Вот, да. Здесь очень чудесное место, но сюда, конечно, надо приезжать куда-нибудь снимать дом и жить. Спокойно мы русли отдыхать подольше. Здесь очень-очень спокойная атмосфера. Все такое расслабленное, редко видели. И эта бухта окружена горами с очень живописной растительностью. И это придает такую атмосферу отдыхающую, расслабленную. Ой, очень хорошо. На пляже охранник. Он смотрит, чтобы тут все было спокойно. Вот есть куча ресторанчиков. Вы можете всегда заказать еду, напитки. Все без проблем. Сейчас поедем в порт снова. Okay, we are all. Thank you.
Thank you. Bye bye. Bye bye. Смотри, наш корабль. Ну да, красивенький. Это вообще хорошо. Ну вот наш корабль нас ждет. Мы провели отличный день на экскурсии. Все было просто замечательно. Посетили большой остров Бекеа. Ездили туда на пароме. Вот сейчас идем покупать магнитик, как всегда, нашу коллекцию. А, есть открытый один. Один. Не два, а один. На этом замечательном острове купили магнитик в виде ступни. У нас такого еще не было. И здесь нарисован основной остров Святого Вансана с маленькими-маленькими островками Гренадин. Сейчас идем на корабль, потому что уже уезжаем через час. И нам здесь не разрешают выходить одним, только можно с экскурсиями. Так что, как можем, выходим. Какое у нас сейчас романтичное настроение. Был просто замечательный день в этих местах. На острове Святой Вансан и Гренадины с таким ярким названием. Мы даже нашли хорошенький магнитик с песочком внутри. Вот и сейчас на нашем балконе мы смотрим отплытие корабля и закат. Все одновременно. Но остров потрясающий, много зелени, горы. Конечно, тут интересно проводить каникулы. Мы были всего один маленький день с организованной экскурсией, но лучше так, чем совсем не выходить с корабля. Тем более в местах, где мы еще никогда не были. Ну да, завтра у нас остров Гренада. Вот, это еще более южный остров, чем Сан-Вансана и Гренадины, но это та же группа островов. Так что завтра у нас тоже экскурсия. Мы посмотрим, что будет завтра. Смотрите фильмы на нашем канале. Не забудьте ставить лайк, подписываться. Мы очень всем рады и всех очень вас ждем смотреть наши фильмы. Спасибо всем большое, что вы с нами. Будет еще много интересного.